погуляли с Роней. Где-то я свой палец поранила, наложила бинт. И теперь еду в центр на Оксфорд-стрит в шопинг. Солнышко немножко уже выходит. Будем надеяться, что сегодня будет очень хороший день. Ну вот, Хакни Централ, оверграунд станция. А я иду на автобус, 55-й. И вот здесь на таком табло показывают, когда будет следующий. И следующий, 55-й, будет аж через 12 минут. Ну что ж, будем ждать. У меня только один автобус. Хотя сейчас проверю еще, может быть, еще будет какой-то другой. Да, кстати, как понять, куда нам надо? Тут есть такой столбик, где написано название станции, остановки. И здесь вот какие автобусы ходят. 106-й идет до Whitechapel Street. Нам это не надо. 254-й до Aldgate. Тоже не надо. 253-й это ночной с буковкой N. 55-й тоже ночной. Вот нам надо на Oxford Circus. Вообще до Tottenham Court Road. Отлично. Это самое то, что нам надо. Ну, значит, будем ждать 55-й. Вот едет скорая помощь. Полиция. Обычное дело. Это обычное дело тут. Постоянно что-то происходит. А вот и мой автобус 55-й. Надо махнуть рукой, чтобы он остановился, и заходим. Приложить Oyster-карт, как всегда. И подняться наверх. Сейчас тут все спустится. И я поднимусь наверх. Ой, махнуть. И сяду где-нибудь рядышком тут. Так. Сейчас поедем в центр. Посмотрим, что там происходит. Вот так едешь на автобусе, объявляют на главном центральном табло, следующая остановка будет такая. Еще диктор объявляет, автобус такой-то едет до такого-то. Вот 55-й автобус до Oxford Circus. Вот так. Еду в маске. Автобусе. Кто-то чихнул сзади, поэтому решил надеть. Пока так. В принципе, так пусто, что почти рядом с Сити. Воскресенье днем. Город как вымер. Ну вот я на Оксфорд-стрит, уже сняла свою маску и иду в Тикимакс. Ой, смотрите-ка, еще один Тикимакс открыли на Оксфорд-стрит. Сейчас я туда зайду, только чай посмотрю. На чай. Я, кстати, получила tax-free. Ну, на продукты питания, на чай. То есть, если я даже сейчас куплю, его все равно не дают. Поэтому я уже выписала себе чек tax-free. Завтра буду уезжать и получу обратно какую-то денежку. Немного там, конечно, будет, но может быть будет что-то. Нет, того чая, который мне нужен, не оказалось, поэтому я бегу дальше. Не буду уже тратить время на Тикимакс, но Тикимакс это вещь. Хороший магазин, мне нравится. Вот такие вот тут люди еще бывают. Кстати, обратите внимание, сейчас вот мы подходим на Oxford Circus. Народу в воскресенье. Afternoon, то есть сейчас где-то, сейчас 2 часа дня, вообще практически нет, как ветром сдуло. Обычно здесь толпы, не продохнешь.
А вот Microsoft, кстати, магазин, который я недавно открывала в июне или в июле прошлого года. Вместе со всеми мы его открывали. Ну а сейчас я жду, когда загорится нам зеленый, и можно вот так вот диагонально пересечь будет улицу. Пока же тут едут автобусы, машины, мотоциклы. И Metropolitan написано, Oxford Circus. Вход на станцию. Такие вот Big Bus London ходят автобусы. Если кому надо, садитесь и едете по городу. Ну, а нам зеленый, и мы пошли в Джон Льюис. Тут уже совсем чуть-чуть осталось. Вот первое здание UAL, University Art, что-то там. В общем, университет искусства. А внизу, конечно, магазин. А следующий уже Джон Льюис. Так что сейчас будем там. Вот на сувенирный магазин уже наклеили лицо Дэниела Крейга. Оксфорд Юниверсити, типа. В общем, уже готовились к премьере фильма. Вот такие, кстати, чемоданы еще тут продают красивые. Готовились к премьере фильма, но его отменили. В общем, вот такие сувенирные магазины. Здесь много всего можно купить. Но я туда не пойду, мне сувениры не нужны, я в Лондоне жила. И сувениры из Лондона, такие всякие кружечки, чайнички, не надо мне. И, кстати, да, когда я приехала на этой же улице, чуть-чуть там подальше, точно такой же магазин сгорел дотла, не знаю, что там случилось. Потом посмотрю, я засняла этот момент. Reserved. Такая вот одежда там. Ну, а мы в Джон Льюис. Вот это здание Джон Льюиса. Опять же таки обращаю внимание, что в воскресенье днем народу практически нет на Оксфорд-стрит. Оксфорд-стрит обычно кишит людьми, туристами. Ну, наверное, потому что туристов перестали пускать. Теперь сейчас тут локал ходят. People. Локал это местные. Так, мне красный, но я еще успеваю перейти. Ой-ой-ой, сейчас задавят. И, в общем, иду в Джон Льюис. Это мой любимый магазин в последнее время. И здесь остановка 55-го автобуса как раз конечная и начальная, когда я еду в Хакни. Вот так что вот так. На первом этаже косметика. Ну, а мы в женскую одежду сразу едем на... ой, это ground floor. А мы едем на первый этаж. А на ground floor всякие духи, косметика. Ну и что еще там? Кстати, макияж тут могут сделать. Иногда платно, иногда бесплатно. Ну, на первом этаже вот женская одежда, и мы идем на первый этаж, потому что мне нужна женская одежда.